16 июля в 10 часов утра на перекрестке у Александровского моста произошло ДТП, участниками которого были два мопеда. Прибывшими сотрудниками ГАИ составлен протокол, опрошенный пассажир и свидетели происшедшего столкновения. Но окончательно причины аварии будут определены после просмотра записи видеосъемки, установленной на данном перекрестке камеры. В данном случае сложно сказать о причинах ДТП. Нам здесь должна помочь видеокамера, расположенная на столбе. И я думаю, что мы разберемся, какие причины. Ну, так как объясняет один человек, который не пострадал, из четырех человек, которые ехали на двух мопедах, трое пострадавших, они доставлены в нашу больницу, один не пострадал. Он говорит, что они ехали на зеленый с товарищем светофора, и на перерез им двигался другой мопедист, не уступил дорогу, и произошло столкновение. Отсутствие видеокамеры на перекрестке возле Большедолинского переезда делает сложнее для работников правоохранительных органов расследование другой, более масштабной аварии, случившейся 15 июля около 17 часов. По предварительным данным госавтоинспекции, по вине водителя большегрузного автомобиля, который на перекрестке не выполнил поворот в нужном направлении, а поехал прямо через перекресток под откос, произошло ДТП с участием 7 транспортных средств. Все 7 автомобилей повреждены. Пострадали 7 человек. Из них трое погибли. Обстоятельства происшествия расследуются.